Подожди, я уберу все. Так в том-то и интерес, что идет процесс. Процесс украшения елки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 коробок. Это вам не шутки. Еще две внизу. Это все в этих коробках хранится. Эти гномики, Санта-Клаусы, олени, веночки, цветочки. Ай, наша красавица. Света. Света. Нету света. Проберусь. Эти музыкальные шары снежные. Юль, а где щелкунчик еще был? В прошлом году у меня щелкунчик стоял. Щелкунчик у меня стоял в прошлом году. Да? Камин. Как включить камин? Какую кнопку? Верхняя, туда вниз. Вот он, Дедушка Мороз, борода из ваты. Подарки он несет, старичок горбатый. Не знаю, как освещение такое. Видно вам нашу красавицу золотую. Нет, так хуже, Юль. Золотыми яблочками. Панцетти, шарики, сосулечки, бусы, красота, снежинки. Еще полные коробки. Почти. Это помыло. Под ней надо целоваться. Я А там почта, почта, снежная почта. А вон на кухонных шкафах в этом году у нас красные. Надо найти фото прошлого года елки. Дерево Крисмас. А здесь как в ванной красиво. Светечка. Вешай мне шарики. Каруселька, Олежки, свечи. Ой, все пахнет вкусно. Куколка, балетница. Ой, она уже шкатулку наполнила. Вчера только купили.
Сори. Ну, когда уже подарки выставим. Подарок еще в море. Короне места не нашлось в этом году. Сниму корону, иду к монастырь. Так, это у меня розово-зеленый. Классный туалетную воду купили, шампань. Крем. Вкусно пахнет. Новым годом. Музыкальная шкатулка. Ты идешь гулять? А? Гулять идешь? Да. А что ты оделся? Шью подушки, конфетки. Купили ткань вчера. Подушки новые. И такие будут, и вот такие. Для настроения, когда учу уроки. А это елочка фетровая. Я сюда бижутерию повесила. Брошки, клипсы, серьги. Это Тая. Внучка мне делала браслетик. Тут 12. Ну, пока еще все в процессе. Еще подушек. 5 подушек купила.